Здравствуйте, мы находимся в спортивном комплексе Чертаново, который на ближайшие 6 дней станет фехтовальным центром города Москва. 12 дорожек примут у себя спортсменов из разных стран. Самые удачливые из них смогут оказаться на главном подиуме и побороться за победу на 25-м международном кадетском турнире по фехтованию в память олимпийского чемпиона Сергея Шарикова. Мы здесь находимся всего несколько часов, но уже можно сказать, что организация на самом высоком уровне. И мы уверены, на таком же уровне выступят и все спортсмены. We'll be right back.